Плюс 30 – это не предел. Лето с первых же дней началось с жары. Самый пик зноя приходится на 13-15 часов дня. Для того, чтобы сберечь дорожное полотно от воздействия высоких температур, его поливают. Помимо дорог, чтобы освежить воздух, городские власти решили создать искусственный дождь. Было принято решение оросить именно воздух, потому что температура от горячего асфальта еще повышается. И чтобы было легче всем проходящим вдоль дорог жителям переносить жару, которая этим летом приходит в наш регион. По мнению самих жителей, увлажнение воздуха действительно помогает спастись от духоты. Конечно, и дышать приятнее. Это безусловно, если поливают, естественно, как же это... Естественный процесс, когда хоть какое-то наличие влаги в воздухе. В летний период дорожники поливают само асфальтовое покрытие 2 раза в день. Практику продолжат в особо знойные дни. Лето синоптики действительно обещают жарким. Прогноз на эту неделю тоже многообещающий. Дневная температура в среднем выше 23, может доходить до 30 градусов.